Ну а перед началом этого ролика я хочу вам напомнить, что на моем канале сейчас проходит масштабный конкурс на целых 30 призовых мест с общим призовым фондом 24 тысячи рублей. Обязательно успей принять участие до 31 декабря, ссылка на ролик и условия будет в описании. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня в этом ролике мы поиграем ММ вместе с Дашей на моем Twink аккаунте. Опять же, часть из вас это просила в комментариях, поэтому те, кто ждал и просил, собственно, этот ролик для вас. Опять же, завтра у меня будет последний экзамен, поэтому я наконец смогу полноценно заняться для вас контентом и в преддверии Нового года сделать несколько более интересных роликов. Ну и также, скорее всего, одновременно с выходом этого ролика я выложу пост в сообществе о том, что к Новому году у меня появился новый iPhone 13 Pro. И в чем, собственно, вопрос? Я хотел бы у вас узнать, было ли бы вам интересно, чтобы я записал какой-то ролик по копсу с новенького айфона? Потому что я никогда не играл, во-первых, в копс на телефоне в 120 FPS, вообще никогда. Ну и, в принципе, в копса с телефона я играл только в два пальца, и это было несколько лет назад, поэтому для меня это будут полностью новые обновленные ощущения. Поэтому, если вам было интересно такое посмотреть, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, ну и пишите в комментариях ваше мнение. Было ли бы вам интересно или не было. Поэтому по вашему фидбэку пойму, нужен такой ролик или нет. Ну а сейчас мы переходим к теме текущего ролика. Всем приятного просмотра. У меня лагает пад, значит рядом противники. Логично. Хотя я знаю, Зор, это вообще может никак не решать, потому что моя карта маленькая. Ну вы там, в принципе, сами справляетесь. Я почилю, как бы. Я тоже чилю. Вот мидл смотрю. О, нормально. Чел прям под прицел. И голове какой-то, слышишь, что-то. Такой. Нормально мне чел плюху дал в упор чисто. Нормально. Двое на мидле. Авик мид. Я додик. Ну это. Ну к тебе. Да. Да там у меня кринж учил, кринж. Дикий. Ну и похуй. Нигде он. Ну я ладно, хоть 5 в один. 5 в одного не залезу. Можешь басик ты? Делать мне там ничего. С авиком. Нормально. Да мне реакция надо. Дюбик. Так, авик живой. Это про себя или у них? Нет, у них. У них элементы на авике. У них один, по-моему, на базе. Уёбище! А где он? База? Нет. А. Мидл. Фух. А на самом деле, если вот тот чел бы скился, я бы что бы сделал с авиком? Мне с ножом. Дай мне теперь лонг. Ой, лонг. Ней. Я. Ней. Отстань! Отстань, басик. Мой, отстань. У меня спава на лонг нет. Какая разница? Большая. Это тайминг. Ты сейчас умрешь. Отстань. Проверяй. Если умру, то только из-за тебя. Умрешь сейчас. Без кима. Не-не-не. Ну, если умру, то только из-за тебя. Сейчас проверю. Потому что тебе на карку. Чё по инфе? Туда. Ну, я же сказал. Да отстань! Ещё сомбируюсь. Я же сказал. Найс, минус. Еще минус. Найс, третий. Минус 50. Найс. Кто-то есть такой у меня спер, да?
Так и думал. Пизду. Я специально не пошел, я так и знал, что там дроль. Я тоже прям... Не хотел, там что-то какое-то пахнет. Я, короче, сначала хотел запушить, потом такой думаю, да ну нафиг, там опять дроль будет стоять. 100%. Ёб твою мать, что ты все пиздишь, ты пиздишь. Так это мой ролик. Да, блядь! Тихо. Не буду как раз тихо. Сам будешь. Хотя тебе похуй, ладно. А, понял. И что мне с ним делать? Послать нахуй. Ну, а что я сделаю, типа, лол? То есть мне идти надо, обойти я не успею, мне все равно только прыгать. Типа, что я делаю здесь? Ну, если бы ты убил, ты все равно успел. Не, ну, теоретически, если бы я убил... Ну, нет, шанс не был успел бы. Ну, у них дробики. Ну, короче, шанс был бы, хотя бы шанс. Не, не успел бы. Ну, мне кажется, шанс был бы. Я не успел бы. Потом лучше же все равно. То есть им не привыкать. Всё равно этот кован рип. Так его похуй. Выкупили уже. Да. Его сколько выкупили? 5 раз? Не знаю. Тогда это в этот клан у Ярика был, коронка. Да ладно. Ты мне открыл Америку. Так, где-то у меня. Вот. Найс. И вот это вот прошки, блин. Короче, один машина. Все, во втором есть инфа, аккуратно. Ну зачем? А что я сделал? Он меня запушил бы, и все. Ну так типа ты савер, ты в позиции была бы. Да не, он бы меня запрофанил. Где ты бомжи, точно, я забыл. После этого, короче, после катки, рейд чекти. Чего у них пора? Да блин, у них спецы будут, потому что они в пати выиграют, ебланы. Хотя я даже не уверен, но мне кажется, спицы 50 рейтинга максимум будет. О, он дефузит. Это додик думает, что все нормально. Ну вот, все додумался пойти. Хотя, ну что ты еще не такси ест? Потому что я заебалась. Простите. А что, я должна пушить с Авиком, прости меня? Авик должен создавать спейс. Да мне похуй! Если бы мы играли этот хотя бы с Войсом, чтобы понимать это, да. А мы как бы с Войсом с тобой играем. Не, фулл пати имею в виду. Ой, господи. Ладно. А, честно, на бане. Ну, короче, двое машина, ну понятно. Я там не дурочка. Не, вы как хотите, я первый не пойду, чел, иди. Я так и думал. И кто еще ебать это? Ну, короче, на, бери бомбу. Так проходите, камон. Иди бомбу бери. Ими чеку. Чел, плыньте. Если он чекал, то он басик. Два лоу. Окей. А ты он про наших, что ли? Ты тоже лоу? Да, 22. Ясно. Ну да, он басик. Читаем его. По-моему, попало. Не могу ошибаться. А, бомба. Звей. Бум! Джи-джи. МВП туда. Ну, смотри, по... сейчас будет этот максимум один спец будет. Это что, по-моему, офигенная катка на ролик. Ой, я еще с диглом на первой позиции, что мне нравится. Ну, хоть в КД, ладно. Не, катка на ролик мне очень понравилась. Кайф. Смотри, это будет там... Да, мастер. О! Мастер 3. 4 спеца на... и максимум...
Это 31. Ну, извините, спец КД 1.66, спец КД 1.24, спец КД 1.44. Они ебанутые, блядь. Ну что ж, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился, понял вам настроение и сделал ваш день чуточку лучше. Обязательно прожимайте лайки и пишите в комментариях, если хотите больше роликов с Дашей на канале. Ну и совсем скоро, уже буквально на днях, ждите более интересные ролики. Собственно, как только я сдам завтрашний экзамен. А также можете, в принципе, написать свои какие-то пожелания в комментариях. Будет очень приятно почитать. С вами был Геймерус, увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья.